Здравствуйте, с вами Флаттерша, Витернат, мы опять будем играть в игру Крипипасту под названием Sonic the Nightmare Beginning. Дальше идем назад. Почему? Ну да, вот, Coming Soon. Да, придется это заново делать. Минут 7 потратили на эту хрень. Нашел тебя, да. На тебе, тварь. Теперь бежим от этого Соника, иначе он нас прикончить своими теневыми клонами и паранормальностью. Вот этой херначей. Так, X. Да. Да что? На этом все получилось. Мы спаслись. Самым сложным персонажем. Дальше по сложности это Эггман. Поехали. Эггман. Еще раз читаем всю эту шнягу для лучшей концовки, best ending. Что случилось? Чертовщина случилась. Робот Соник и Эггман. Соник напал на мою базу. Быстро послать всех моих роботов на стороне этого грызуна. А вы знаете, с кем вы связались? Это не Соник, это Sonic.exe. Невозможно. Отправь всех роботов до единого. Да. Ну и три многоточия. Dot по-английски. Sonic.easy. Sonic.easy. Sonic легко. Да. Очень смешно. Sonic.легко. Бред. Так, жизнь взяли. Как тут этот Найтмар. Он не так давно вышел, на самом деле. Где-то в апреле-мае прошлого года. Видите? Я затупил. Но... У нас есть континуум. Не зря взял в жизнь. Соник призрак прилетит, но нас убить не может. Это я уже узнал. Аккуратно по этим дурацким лестницам. Знаете почему? Ну-ка можно застрять. И тебе даже жизнь не спасет. Фух. Пронесло. Если бы я сейчас застрял в этой лестнице, я бы, знаете, как мучился бы. Ну, конечно, вот. Для этого мы сюда и пошли, чтобы взять жизнь. Там сложным персонажем тоже прошли. Этим Эггман тоже не так просто, но прошли. В принципе, стал только добежать до того места. Да. Я раньше этим говорил, но все это уровень, вот этот одинаков, где Тейлз появляется, где вот сейчас Эггман, это все одно и то же место. Где... Помните вот эту красную стену, которую нельзя сломать, когда мы играем за Элитна? Это вот она. И почему нельзя не сломать? Потому что тут лифт приезжает. А когда мы Тейлзом тут проходили, помните, мы его перепрыгивали, шли вот так, как сейчас идет Эггман. И там внизу яма, где просто ничего нету в виде лифта. А на самом деле дело в том, что туда надо попадать Эггманом. И все. Чё? Что это было? Откуда Соник взялся? Вы видели? Я не знаю, что это сейчас было, но Эггмана можно играть. Нет, нельзя. Вы видели новое что-то? Это я вообще не знал. Я как-то странно прыгнул, и лифт не поехал. Сзади меня пошел Соник проклятый, мел, захватил душу. Охренеть. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Снова зеленые холмы. В последнее время я слишком часто здесь бываю. Затем Соник вызвал меня сюда в этот раз, чтобы убить. Но ты спасешься, я уверяю тебя. Так что идем обратно. Да, Сэлс, ты это уже видел? Вот это не помню, что у тебя амнезия, к сожалению, Сэлс, но...
не бойся. Дедовщина бывает везде. Ты где-то уже проходил и еще раз пройдешь. Да. Черное кольцо. А знаете, что я забыл? Я забыл Эггману взять черное кольцо. Поэтому, возможно, я сейчас и сдох. Забыл Эггману пойти назад, но... Я думаю, я не буду показывать, мне придется, наверное, заново себе проходить. Когда я играю последний раз с Тейлзом, да, третьим игроком, то тут всегда темно, ночь. Это тоже как фича такая от разработчиков. Появляется Соник, который говорит нам... Что ты здесь делал, Джейш? Я же сказал тебе, что рядом с торнадо. Что случилось? Кто-то убил всех животных в округе. Мы должны найти убийцу. Живо, Тейлз, не вставай. Да. И мы побежали как черт. И почему мы тут останавливаемся? Потому что... Смотрите внимательно. Там Соник Экзи наверху был. На пайме. Знаете, юбилей, да. На самом деле это называется прятки по-русски. Сзади находится жизнь, которую мы обязательно возьмем. Отлично. На всякий случай. Предыдущие ролики по этому Сонику. Так. Вот где, слушай, немного устал, но убийца все еще рядом. Не дай ему учить. Это ограничивает через несколько секунд. Угу. И сейчас Тейлз станет офигенную фразу. Тейлз, стоп, Соник никогда не устает. Ну да, только проснулся, так запись идет. Итак, когда начинается вторая глава прятки, если мы убегаем от Соника, он топ-то клавиатуру не тупил, вроде батарейки нормальные. Там получается херня. Какая? То что? Мы убегаем от Соника. Ты должен попасть в кольцо, чтобы он стал синим, и мы прыгаем в это синее кольцо, но вот там надо группу. Спасаемся. А что будет, если Соник нас поймает? А вот сейчас мы это узнаем. Прятки 2. Я вот это не совсем знаю, что тут будет, я вообще не знаю. Сейчас идем сюда. О! Я не знал, что можно двигаться, что глюк какой-то. Да-да. Моя прелесть, красное кольцо, да. Ну, типа обучение, пока здесь Соник рядом с этим кольцом становится красным, когда он прыгнет, синим. Красное тебя... Как я знаю, он попадаешь, ты беготню. Соник бежит, ты управляешь Соником и должен догнать Тейлза. Догоняешь Тейлза, он его убивает жестоко. Не догоняешь Тейлза, Тейлз все равно умирает от той хрени. Типа то, что в конце уровня в каждом Сонике, вот эта табличка, она голову прошивает. То, что вы видели в Соник суицид в голове, вот в уровне. Там как раз это и есть. Где вместо голова Тейлза, табличка Тейлза. Это серое кольцо, то просто телепорт. Давайте узнаем, что будет, если Тейлз нас поймает. Ой, Соник. Я думаю, что-то плохое. Я думаю, просто конец, но у нас еще одна жизнь есть. Да, Соник? Почему такой злой, а? Покажи. То есть, когда он так в темноте находится, он успокаивается. Это я не знал. Скрипты такие, да? Не? Ну ты успокоишься, не? Что ты меня смотришь? А, не, видите. А вот это пакшер был Соник, видите? Вот видите тут цифры. Его может застрять тут всякой хрени, на самом деле. Да? Что будет, если он меня поймает? Какая-то чертовщина, да? А если он в воздухе меня поймает, что будет? Я хочу узнать, что будет, если он в воздухе меня поймает. Блин, это сложно сделать. Щупали со стенками иногда бывает, на самом деле. Давай. Соник, застрянь вот тут. Вот, застрянь. Вот, видите, он застрял. Он может застревать вот эти херни. Это баг движка, на самом деле. Блин, ну сейчас было 0 секунд, давайте еще раз попробуем. Так, так. Вау, это баг был там. Что происходит? Вы видели? Тейлз, оторвай хвост. Тейлз. Охренеть. Тейлз,
чё даже не кричишь от боя, тебе норм? Не, он просто как он просто застыл, смотри-ка. Он просто не хочет жить уже. Смотрите, что с глазами у него. Мы еще и бежать не можем быстро. А, ну да, мы за счет хвоста же быстро бегали, логично. Нет, это вообще жестоко. Автор, ты больну, ублюдок, реально. Я и летать не могу. Логично, нет хвоста, мы не можем летать. И что делать? А можно выжить, если у меня не будет хвоста? Ну это жесть, плачь, это вообще видеть невозможно, это трэш. Соник, ты чё со мной сделал? Ты чё такой злой? Ты что за хрень такая, а? Я тебя заганю сейчас кайцу. А, да, смотри, ему проще нас поймать, когда такая херня. Очень сложно от него убежать. Ой, хрень, я жизнь взял. А вот и жизнь, да. Две жизни даже. Охренеть. Не, автор вообще охрененно сделал. Скажу честно. А как убежать от этого Соника? Где кольцо там? Кольца даже не было. В чем прикол? Кто-нибудь объяснит мне? Блин, опять тупики дурацкие. Иди сюда. Не знаю, где тут кольцо, но мы его найдем. Вообще, нахрен, давайте пусть поймает еще раз. Можно ли выжить, когда у нас оторван хвост? Это жестоко, я даже убежать не могу. Ага, я появился там, где этот Соник. Интересно. А Тео смотрит наверх зачем-то. А, вот там прыжки даже есть. Ну и куда я попал? Блин, это опасно. Где кольцо? Нет, кольца тут нет. Я хочу знать, что будет, если попадет в кольцо. Где кольцо? Опять это место. Вот оно. Ну. Соник. Ты идиот. Смотри-ка. У меня хвост восстановился, потому как я попал в кольцо. Охрененно сделано. То есть, может, мне повторно опять оторвать хвост? Зато я опять летать могу. Понятно. Молодец. Сейчас будет херня. Давайте промотаю, вы это на видео увидите. Хотя, может, вам интересно будет, когда я буду комментировать эту шнягу, всю эту историю. Как... Я когда хотел захватить дух Соника, но ему не помешал некий страж Соника. А вот. Вот так-то. Жок. Блин, почти в кольцо попал, ну... Ну и так скатиться, ладно. О! Это был баг. Видите? Эггман мертв. К сожалению, я черное кольцо не взял, Эггман поймал Соник каким-то образом. Это что-то новенькое было. Fatal Error. Ой, Fatal Error. Ты раз наказал Накс, точно видел. Накс может найти Мастер Изумруд. Ты помнишь, что я надеюсь помочь Сонику прийти в себя. Чё? Выберись отсюда. Я без Эггмана могу сюда попасть? Извините, а как я тут выживу? Не. Эй! Я, по-моему, сломал игру, это какой-то баг был. Как я попадаю в эту зону, если Эггман сдох? Лол. Ну, сейчас будет фраза «ты сдох», да.
Ну и ладно, сейчас перемотаем всю эту хрень. Ты ничего не делаешь. Ты дебил, знаешь? Все, все живы. Ты и так уже спал. Как тебе осталось победить этого Соника? То есть как же только спастись? Я пойду, кто выжил? Монстр отплатились. Давай. Да. Пока правильно все. Ага. Ага. Угу. Кофе что не попал по нему. Главное кое соберечь. Отлично. Самый сложный этап. Главное не тупить. Так, по порядку. На. Блин, попал по мне все. Сидеть надо, главное, за этими поршнями. Чтобы не ступить. Отлично. Отлично. Не тупить. Я хотя бы теперь тактику знаю. Хотя уже не играл давно, на самом деле. Дошел до второго этапа. С первой попытки. Не считая только курьер. Бак. Как раз вовремя. Поехали. Теперь только не тупи с прыжками. Клавиатуру не тупи, пожалуйста. Раз. Два. Три. Раз. Два. Я, может, и смогу победить, если не ступлю. Мне очень мало жизни осталось у Соника. Давай. Так. Теперь сидеть за этой хренью надо. На. В принципе, так тут не сложно. Главное, не тупить. Правильно прыгнул. Правильно. На. Так. Так. Почти нормально. Я занят. Еще три раза, и все. Так, теперь не тупить. Чуть не сдох. Тупые стрелки. Все, а теперь осталось три раза попасть в этом режиме. На самом деле, может, прошел бы сейчас, но... Ну, смысл, короче, идти. Ну что, сам идет? Короче, мы просто сдохнем. Ладно, переиграем. Будем батуты. Боим. Вау. А, видите, я теперь не попал в эту яму. Но сдох зато вот тут. Лоу. Я победил. Я выиграл самую лучшую концовку. Соник выжил. Похоже, ты тоже можешь, не можешь победить. Прошло время поквитаться. Прощай. Соник. Похоже, он мертв. Но я же выжил. Это какой-то баг был. Видели? Я должен был открыть самую лучшую концовку, но... Что за бред был? Ну, это, короче, не считается. Я прошел, видели? Так что, нахрен. Я тысячу попыток потратил на эту хрень. Видели? Я выжил. А, надо 16-17 раз ударить. Ну, это бред. Нет уж. Короче, я открыл лучшую концовку. Это баг. Я не буду что-то теперь хранить. Все. Всем пока. С вами был Флаттершоп 16. Ей.